Всем привет! Сегодня мы с вами научимся главным позициям хореографии. Научиться танцевать красиво может любой человек. И для этого надо выучить главные движения, которые в танце называются позициями. Начинаем с позиции ног. Первая позиция. Пяточки вместе. Носочки раскрыты так, что они находятся на одной линии. Коленочки прямые, вот пяточки вместе. Носочки у нас раскрыты максимально широко. Попочка втянута, животик втянут. Первая позиция ног. Между ножками, между стопами расстояние нашей стопы. Носочки также максимально развернуты, коленочки выпрямлены. Следующая позиция, она в классической хореографии не используется, больше используется в танцах. Третья позиция. Да, ножка, пяточка находится у нас на середине стопы другой ноги. Так, это третья позиция. Четвертая позиция. Тоже у нас одна ножка вперед развернутая. Как в первой позиции, вторая ножка за ней точно находится носочек. Вот на одной прямой с пяточкой. Пяточка на одной прямой с носочком. Расстояние тоже между стопы. Корпус находится между ножек посерединке. Это четвертая позиция. Пятая позиция. То же самое, но мы ножки задвинули. Носочек и пяточка соединены. Коленочки стараемся выпрямить. Это пятая позиция. И то же самое мы с вами делаем с другой ноги. Четвертая позиция. Левая вперед. Правая назад. И также пятая задевая. То есть мы с вами четвертая и пятая позиция. И правая, и левая. Так, теперь рук. Ручки. Правильное положение рук. Кисть расслаблена, и средний палец большим находится ближе к... Да, большой находится ближе друг к другу. Кисть расслаблена и красивая. Локоть, всегда у нас локоть чуть-чуть округлен, кисточка не заломлена, тоже... Одна прямая, продолжение такое. Первая позиция. Ручки соединили внизу. Да. К себе сильно не прижимаем. Да. Локоточки округлены. Округли. Локти не к себе прижаты, а чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть пониже. Вот первая позиция рук. Вторая позиция рук. Локти и кисточки не заломлены. Вот у нас кисточка и локоточек. Представили, что наши ручки лежат на столе. Плечики вниз, локоточки вверх. Наше положение рук. Вот что они у нас лежат. Локоточек не висит. Ручки напряженные. Не болтаются. Кисточка продолжает движение. Незаломленная. Вторая позиция рук. И третья позиция рук. Плечики вниз. Плечики опускаем, а не руки. Ручки остаются. Плечики опускаются. Что я мне покажу? Вот. Третья позиция. Теперь мы с вами выучим элемент деми-плие. Встаем к станку, к стулу, к подоконнику. Встаем в первую позицию. Ручка. Какую позицию? Первую. Нет, это вторая позиция. Во вторую позицию. И выполняем деми-плие. Это маленькое приседание. Пяточки на полу. Присели. Ножки выпрямили. Снова раз. Два. Коленочки разводим в стороны. Раскрываем. Три. Четыре. Пять. Плечики. Шесть.
7. Молодцы. Всем спасибо. Да? И? Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.